Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады, что вы смотрите нашу программу. И сегодня мы с вами проэкспериментируем. Поделимся новым рецептом. Кстати, с мнением вегетарианцев стали уже все считаться, потому что во многих супермаркетах стали продаваться вегетарианские салаты и вареники без яиц и так далее. И также появляется вегетарианская литература, где есть очень много вкусных и полезных рецептов. Как раз сегодня мы займемся тем, что проэкспериментируем и сделаем один из предложенных в этой книжечке рецептов. Для этого нам понадобится экзотический овощ, а точнее говоря, тропический огурец, авокадо. А в Индии их называют коровами бедняков. Действительно, фрукт признан самым калорийным из тех, что произрастает в этих краях. В плодах содержится 45% жирного масла, до 30% ненасыщенных жирных кислот, да еще и белков в несколько раз больше, чем в яблоках, грушах, бананах и цитрусовых. А низкое содержание углеводов делает авокадо особенно полезным для диабетиков. Авокадо – это очень действительно экзотический овощ, но в нем содержится очень много полезных веществ. Вот если на вкус его кушать сырым, то он даже напоминает чем-то грецкий орех, то есть в нем так много вот этих каких-то жирных аминокислот. Его можно кушать и сырым, а мы сейчас запечем. Для авокадо нам надо будет сделать начинку. И нам понадобится кукуруза, адыгейский сыр, болгарский перец, зеленый горошек и зелень. А также особую экзотику и вкус нашему блюду придадут, как всегда, специи. Это перец, соль, асафетида и кумин молотый. Прежде чем мы будем готовить любое вегетарианское блюдо, овощи нужно обязательно помыть. И для этого мне нужны мои помощники. Это руководитель одного из крупнейших секторов компании ГАЗ СИП. Уважаемые друзья, мы с вами так долго не видели, что Сибнефть успели уже продать Газпрому. И поэтому один из моих помощников сегодня уже специалист и начальник одного из секторов компании Газпром СИП Нефть. Я забыла, как это? Газпром? Газпром-нефть. Я уже читаю это. Итак, прежде чем мы будем готовить авокадо, его, естественно, нужно помыть. Для этого мне понадобятся помощники. Это руководитель одного из секторов компании «Газпромнефть», доцентка Лариса Викторовна, и младший наш помощник, директор аптеки Соколова Надежда Витальевна. Потому что не старше вегетарианства чуть меньше, поэтому она младше. Итак, кому доверить этот огурец? Теперь, пока мои помощники готовят и измельчают овощи и сыр для начинки, я буду заниматься самым ответственным делом. Это приготовлю авокадо для того, чтобы его можно было фаршировать. Для этого мы пополам прорезаем огурец этот. Сделали надрез, и там есть косточка. И легким движением разъединяем. Вот такая косточка. Ее можно посадить и вырастить новый тропический огурец. И теперь ложечкой, у нас тут есть вот как бы зеленая еще полосочка, мы вот мякоть удаляем все, что до этой полосочки. Мякоть у авокадо мягкая, поэтому это мы сделаем без усилий. Вот такие две ванночки у нас получились из одного авокадо. Мы туда будем помещать начинку, и у нас получится запеченное авокадо. Очень вкусное и ароматное. Зажигаем духовку. Мякоть, которую мы удалили из авокадо, нужно крупно порубить в мисочке. Затем мы мелко режем болгарский перец, кукурузу и добавляем все в миску с авокадо. Теперь, когда у нас ингредиенты все мелко порезаны, нужно их перемешать. Помещаем в одну миску и размешиваем. Добавляем сюда же адыгейский сыр и все специи по вкусу. Чтобы наша начинка была очень такая мягкая, жирненькая, мы добавим домашней сметаны пару ложечек.
начиночка уже вкусно пахнет. Сметанка делает ее очень сочной. Теперь самый, почти самый приятный процесс – это наполнение наших лодочек. Вот скоро вот такой экзотический завтрак или ужин появится на столе. Все, мы это отправляем в духовку на 15-20 минут. Выпекаем при температуре 180 градусов. Но если, уважаемые телезрители, ваш поход в супермаркет не увенчался успехом, и вы там не нашли авокадо, то ничего страшного, можно сделать и зафаршировать любой овощ, вытащив из него сердцевину и положив начинку. То есть то, что мы сделали с кабачками и с перцем. И вот, наконец, самый приятный момент. Авокадо готов. Теперь мы его попробуем, но пока он остынет, напомним его рецепт. Для приготовления этого красивого блюда нам понадобилось авокадо, мякоть и его кожура, адыгейский сыр 30 грамм, болгарский перец 1 штука, кукуруза консервированная половина баночки, горошек консервированный также половина баночки, сметана 2 ложки, зелень, соль, асафетида, кумин, перец по вкусу. Как? Необычно. Даже экзотически, можно сказать. Вот видите, насколько широка и разнообразна кухня вегетарианцев. Сегодня у нас на ужин тропический огурец. Приятного аппетита. Вот так в очередной раз мы поели и никого не убили. Раньше бывало, ни одна свинья от нас не убегала. Оказывалась на столе. Я это подтверждаю.